Находкинская городская больница тратила значительные средства на ремонт и обслуживание автомобилей, находящихся у нас на балансе. В связи с этим мы обратились за помощью в фонд Восточного порта с целью помощи в приобретении дорогостоящего оборудования для обслуживания автомобилей. Фонд любезно нам помог в этом. В связи с этим сэкономленные средства будут перенаправлены на приобретение медикаментов и расходного материала, необходимых для лечения больных. У нас в автопарке Находкинской городской больницы имеется 40 машин. Так как машины требуют ремонта, мы приобрели шиномонтаж. И сейчас вот мы имеем балансировочный станок, вот это шиномонтажный станок, а это компрессор, который вот запитывает вот эти вот станки воздухом.